забыл. Ну, там сделана веревочка, он туда голову просунул, это, видишь, как на теле. Он подавать будет на этом расстоянии только. На длину веревочки. Передавайте Ване. Ой, нет. Ваня, прикоснулся к этому столбушку. У него вырабатывается чувство ответственности за нарушение правил на дорогах везде. Он будет внимательный. Ему это нисколько не унизительно, он и так работает. Половинку. Салата побольше, а кашку совсем поменьше. Тебе право не дано говорить, только показывай. А ты уверен, что материл? Ты матерился? Один раз. А? Один раз. Два. Один раз. Ты два раза. Три горящих. Один. Три горящих. Ты знаешь, что такое горящее? Пошли. А вы молитесь здесь, идите. Давайте молиться. Кепки сняли. Куда лицо? Лицо православный лагерь. Пошли. Лицом на восток. Катя, поверни. Кепку снимите. Я молиться буду. Себе на свою сторону. Сюда молиться. Я огонь этого обыкновенного наказания. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Все святые, молите Бога о нас. Господи, вразуми сего отрока Андрея, удали от него скверные слова, и наши сердца очисти, и его сердце, Господи, очисти, и руководи Ты сам к вечной жизни на сих путях жизненных. Помоги, Господи, детям исправиться и быть достойными Царства Твоего Небесного. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой. Благодарим Тебя за это тихое, мирное время, за все Твои благодеяния. Даруй детям страха Твоего, веры и послушания, любви к Тебе и к ближним. Благослови наших родителей, родных и близких, а те, которые не знают Тебя, Господи, обрати на путь покаяния наставь. Слава Тебе, Творец неба и земли, во веки веков. Аминь. Аминь. В православном лагере, ребята, никаких худых... Нестор, слушай внимательно, зачем сорвал? Внимательно слушайте. Чего подорожник сорвал? Подорожник побольше? Это он лечебный. А знаете, его еще пьют с чаем. Поэтому не толкаться, не обзываться, этого не надо делать. Мы же все во Христе, как одна семья. А вы не помните, где меня били? Там же? Кто тебя там бил? Там же, в тех же кустах. Да, в тех же кустах. Вспомнил, как это держится за заднее место и вспоминает. А вы не помните, где меня били? Не били, а наказывали. Это разница большая, пап. Наказывать только может здесь Игнат Тихонович. Ну вот именно так физически. А мы с дядей Володей можем вас там за платочком послать там или еще что-то. А мы не имеем права наказывать. Он судья. Игнатий Тихонович, там главный владелец. Вы знаете, у нас категорически запрещено это. И никто не смеет над ним смеяться. Да, смеяться не будет. Он очищен, оправдан. Поняли? Да. Попроси у всех прощения. Простите меня, что больше никогда не буду это делать. Простите меня. Матерки у нас в деревне, взрослые, пьяные приезжают, и то боятся делать. Как вам не стыдно? Так, я хотел попросить пойти, куда ушла Лилия, послушать, как она играет. Хотите? Да. Пойдемте. Там, прикрой. Не на вторую видеокамеру взять. Володя, а где? Отведи их всех туда, вперед. А где на вторую? Ну, тут дома где-то. А вы вторую возьмите видеокамеру. Вторую. Я сейчас в лагерь хлеб пеку. Я ну ты возьми, да, ты недолго будем. Ты возьми. Меня бьют. И вот так и будет каждое утро. Господи, слава Тебе. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, всяко насытился на земле Твоих благ. И лиши нас небесного Твоего Царствия. Всяко посвятил учеников Твоих, пришел и спаси мир, да я иду к нам, и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Благослови братьев наших трудящихся, приезжающих и отъезжающих. Тащи добрых жителей вселения сие и расширь пределы наших общества. Благослови патриарха, епископа, священников, пасху, даруй духовное рождение всем. Рождение свыше от Духа Святого. И правителям дай страх Твой, чтобы они знали, ибо с них будет строгое взыскание, как с начальствующих. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Стойте. Говорят, вчера было ЧП у нас. Какое? Выходи, Паша. Паша ударил несколько. Так, а почему мне сразу не сказали? Что случилось? Руки подбили, что сзади делаешь? Что случилось? Нестор на меня обзывался, я его пнул. Так, повтори. Громко. Нестор на меня обзывался, я его пнул. Ты его пнул за то, что он обзывался? Ты обзывался? Да, разбил. А зачем? Да. Ну, то есть, ты вот стоит человек, а ты назвал его волком, медведем, то есть у него еще уши и другие стали. Тебе кажется, ты намного лучше его, да? Спровоцировал-то ты. А ты неправильно поступил. Ты должен был сразу ему сказать, идем к воспитателям. И там разберемся. У нас не разрешается жаловаться. А если он не пошел, тогда ты должен был прийти один. А ты самоуправством занялся. Ваши родители, вот у него бабушка расписалась, что у нас в лагере существует физическое наказание. Сетка, авоська, я уже забыл даже, когда брал в руки 30 лет назад. Крапивы, это только неделю назад брал. Уже одного наказал. Ну а дальше это воспитатели могут там лишить купания там и прочее. За то, что ты обзывался, 5 горящих. То есть крапива я тебя прожгу. За то, что ты ударил 7 горящих. Ты это знал? Нет. И ты пошел на это. Я ничего не могу сделать. Устав ненарушимый. Итак, приготовьтесь. Встаньте вон туда. Пощады никакой никому не будет, запомните. Это одно из качеств лидера – беспощадность. Здесь полный порядок будет. Выйди сюда. Тебя наказали, единственный, кто наказался. За что? За то, что я сматерился. Сматерился. Я тебя наказал. И сказал, не думайте, кто над ним смеяться. Он очистился. Становись. Родители не воспитывают, а дают в лагерь, я начинаю с нуля. Давай. Сегодня еще подошли дети. Дети подошли, вроде как кто-то ударил девочку. А кто? Кто ударил? Кто кого ударил? Ну-ка. Я ее не бил. Иди сюда, Андрюша. Кого ее? Кого ее? Аню. Иди сюда. Так. Кто кого ударил? Когда? Я ей говорил встать в кровать. Нет, я лежала там на кровати и Фрось лежала. Он подбежал и начал прыгать. Я ударилась об швец головой и спиной. И он начал там что-то говорить. Этот. Я сказала, да, я немного полежу. И он что-то сказал, этот, ну не ушел. Этот, и дальше начал прыгать. Так, тут не все разберешь. Дело в том, что там кровать не для лежания, а для прыгания. Он там прав. Лежать-то не здесь надо, а лежать там, когда я спать ляжете. И он прыгал, он-то не виноват ни в чем. Становись, не виновен. И суд мой неправеден или праведен? Праведен. Как говорил Иван Грозный. Так, стойте здесь. Сейчас будете всем табором, всем лагерем молиться. Я пойду разбираться. Молитесь. Молитесь, начинайте молиться. Не думайте, кто молится. Никто ни над кем не смеется. Кто смеется или заглядывает, когда я наказываю, будет наказывать та же самая. Господь и Бог наш, слава Тебе. Ты, Господи, вразумляющий и наказывающий. Помоги нам исправиться, очиститься от наших грехов, недостатков, чтобы мы научились любить друг друга по заповеди Твоей Святой. Ибо Ты заповедовал ученикам, чтобы дают друг друга, как я вот у вас. Слава Тебе. Помоги Павлу, Нестору очиститься. В лагере 44-й год. И ни разу не было пощады никому. А как наказать? Ни один человек этого не видел. Один пытался заглянуть мальчик, в это время я его туда захватил и там его нарезал, отправил. А тех, которых наказывать надо было, не наказал. Тут все обдумано. Молитесь.
Прости нас, потому что первый провокатор, помоги Павлу не сдрочиться. Научились они, Господи, поступать согласно заповеди святой. Дай им полюбить, Господи, это все, чтобы они не другие не учили. Дай, Господи, чтобы мы через это разумлялись, очищались от всякой скверны. Помоги нам, Господи. Чтобы все это мы понимали в благодарность, когда ты будешь нас наказывать, разумлять нас, обучать нас. Слава тебе. Хвала тебе, Господи. Святой Дух. Так, выйди оба сюда. Вот посмотри. С той стороны сзади, Володя. Цифры бегут там, проверь. Иди сюда. Ну-ка, посмотрите, похоже, что их наказали или не наказали? Нет. Я наказал? Наказал? Тебя наказали? Да. Тебя наказал? Да. Притом не сбавил нисколько. Но так наказано, что никакого не издевательства. Он стоит, еще и улыбаться пытается. А если ему горько, я ему посылаю из карет, где у нас там вода, из карет там протереть, тогда не будет этой боли. Попроси прощения у него. Прости, я больше так не буду. Простил? Да. Попроси у него прощения. Становитесь строй. Так, 7 минут прошло, можете играть пока. Уходим. Мы занимаемся своими делами, вас потом позовут. Смотри, сегодня у нас везде вот это будет вывешено, вокруг лагеря. Везде. Прочитай, что написано. И сколько раз? А так быстро. Арсений, ну-ка громко прочитай. Внимание, идет видеозапись. Везде ведется видеозапись. Опять козырек напереди у тебя. Просто был. Так, только не стал указать, что чем-то. Так, Володя потом прибьет. Хорошо.